От Шекспира до Айболита театр «Вариант», универсальный по своему репертуару и единственный профессиональный театр в городе, отметил свое 35-летие. Как водится у театралов, круглую дату отметили веселым капустником. Сегодня «Варианту» есть где встречать гостей. Главный подарок – здание для репетиций и выступлений – коллективу преподнес город несколько месяцев назад. В клубе имени Ленина есть все условия для творчества и экспериментов. Первоуральский театр, он как бы, он один в городе и даже вот в окрестностях здесь, да, ну не считая Екатеринбурга. И он, соответственно, должен быть и театром юного зрителя, и драматическим театром, и театром комедии, да, и может быть в каких-то частях театром песни, танцы, еще. То есть это театр должен быть наш, театр многоликим и универсальным. Театр уникален и кадрами. Единственный в городе народный артист Российской Федерации Лев Юшков хорошо знаком юным первоуральцам. Знаменитый Бармалей более 30 лет назад начинал в театре-студии «Вариант». Это был как вихрь какой-то, как это, потому что ребята все были молодые, все задорные, работали там буквально ночами. Иногда репетиции заканчивались в 4 утра. Официальным днем рождения любительского театра студии «Вариант» считается 10 апреля 1982 года. В этот день молодая труппа представила зрителям свою первую премьеру. Водоворот событий. Такой была жизнь театра всегда. На первоуральской сцене ставили пьесы Шекспира, Гоголя, Островского, Маяковского, Булгакова. За первое десятилетие своего существования вариантовцы доросли до статуса профессионального театра. Вместе с ними рос и культурный уровень города. Вы даете замечательному городу Первоуральску быть не только городом рабочей славы, трудовой славы, но и одним из культурных центров Свердловской области. Спасибо. Поздравить коллег приехал и Новоуральский театр «Кукол». Артисты из соседнего города вручают Первоуральскому театру шуточный качан и еще один оригинальный подарок с намеком. Теперь ты будешь жить в этом театре. Здесь у них есть буфет, здесь у них вкусно кормят. А как говорится, волка ноги кормят. Поэтому гастроли, гастроли, еще раз гастроли. Давай, Юрочка, пример. Гастроли, фестивали, выезды. Первоуральская труппа регулярно выезжает за пределы города. Несколько дней назад состоялся первый детский театральный фестиваль, который в очередной раз подтвердил – юные зрители для театра сегодня самые главные. И наши детки, которые вырастают на этих замечательных постановках, и в душу сеют доброе, вечное. И как уже сегодня вспоминали Владимира Ильича Ленина, искусство принадлежит народу, действительно. Это здорово, что наше искусство сегодня принадлежит народу. Театр «Вариант» стал домом для многих творческих людей города. Ну а для зрителя это прежде всего место отдыха от повседневности, источник вдохновения. 18 лет я работал в этом театре. Благодарен ему за многое, за те новые чувства меня как композитора. Мне разрешили озвучивать такие сцены, которые я бы... В эстрадной музыке этого нельзя сделать, можно это сделать только в театре. Это эмоции, потому что, что такое телевидение, допустим, на телевидении кадр не получился, его срезают. В театре его невозможно срезать, он есть такой, какой он есть, он живой. В ближайших планах «Варианта» обживать свой новый дом, приводить в порядок кровлю и систему отопления. Впрочем, это, по мнению вариантовцев, дело наживное, а 35 – время расцвета и новых поворотов творческого сюжета. Таисия Пономарева, Дамир Харисов, Служба народных новостей.